Уважаемый пользователь, рады приветствовать вас на нашем сайте. В настоящем видеоролике будет рассмотрен порядок подачи заявления на оказание государственной услуги, аттестация экспертов, осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурно-градостроительной и строительной деятельности посредством веб-портала электронного лицензирования. До начала процедуры подачи заявления предлагаем ознакомиться с основными требованиями к заявителям и необходимому перечню документов. Для авторизации на портале электронное лицензирование в браузере вашего компьютера зайдите на сайт e-license.kz и в правом верхнем углу нажмите кнопку «Войти». При нажатии кнопки «Войти» откроется страница входа в систему. Выбираем желаемый способ и авторизуемся. Для подачи заявления на получение государственной услуги переходим в раздел «Строительство» на главном экране портала «Электронное лицензирование». Далее откроется окно раздела «Строительство». В подразделе «Разрешение» выбираем графу «Аттестация экспертов на право осуществления экспертных работ и инжиниринговых услуг в сфере архитектурно-градостроительной и строительной деятельности». В левом верхнем углу нажимаем кнопку «Заказать услугу онлайн». Далее появится окно выбора лицензиара. Щелкаем мышкой на стрелочке на пункте раздела «Кустанайская область». В развернувшемся списке выбираем государственное учреждение управления государственного архитектурно-строительного контроля Акимата Кустанайской области. Далее в открывшемся окне подачи заявления заполняем необходимые поля и нажимаем кнопку «Далее». В появившемся окне выбираем вид экспертных работ и инжиниринговых услуг, специализацию и язык тестирования и нажимаем кнопку «Далее». В следующем окне прикрепляем документы, необходимые для оказания государственной услуги. Нажимаем кнопку «Плюс» и во всплывающем окне нажимаем кнопку «Обзор». Выбираем файл и нажимаем кнопку «Загрузка». Загруженные документы будут отражаться в графе «Ваши документы». Далее нажимаем кнопку «Плюс» каждого раздела, выбираем соответствующий документ из раздела «Ваши документы» и нажимаем кнопку «Далее». Перед подписанием документа в разделе «Подписание заявления электронной цифровой подписи» вы можете предварительно просмотреть ваше заявление, нажав на кнопку «Скачать заявление». После предварительного просмотра, в случае если заявка содержит все необходимые сведения, нажимаем кнопку «Выбрать сертификат». В окне выбора ключа выбираем папку, где размещена ваша электронная цифровая подпись, выбираем файл для подписания и нажимаем «Открыть». Система запросит пароль от ЭЦП, вводим его и нажимаем «ОК». И заявка автоматически направляется в государственный орган на рассмотрение. На этом процедура подачи заявления завершена.